Витископ. Сегодня мы имеем очень широкую линейку разных организаций, которые выполняют эту функцию. ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК, олимпийские центры, секции, кружки, комплексные спортивные школы, ну, можно сельские клубы. То есть, и все это очень сложно. Потому что по функции это все спортивный клуб. Но каждая из всех организаций, которые я перечислил, помимо того, что она имеет свою специализацию, она имеет еще свои ограничения. Мы хотим предложить систему, в которой каждая из этих организаций может быть доэволюционирована до уровня клуба. Что значит доэволюционирована? Это значит, что возможностей будет больше, ограничений будет меньше, но ответственности за результат будет, соответственно, тоже больше. С одной стороны, школа должна не потерять то, что она имеет, став клубом, и получить свободы дополнительные. Но следующий этап, они должны понимать, что рядом с ними есть конкурентно другая школа. И что вот эти деньги, которые они сегодня получают, это не монополия, а это конкуренция. И тот конкурс на получение этих денег, он будет открытым. И согласно этого конкурса, вход будет иметь не только государственная ДЮСШ, которая привыкла, что она защищена, потому что у нее хорошие отношения, с одной стороны, с управлением, с другой стороны, она одна единственная. Она будет понимать, что рядом есть еще 5 других таких же клубов, которые претендуют, и ей нужно доказать, что она эту услугу окажет лучше и по более справедливой цене. Витископ. Спортивное видео.